Всем привет, друзья! С вами Израиль Гейминг, как обычно. А вот видос сегодня будет довольно-таки необычным для моего канала. Кстати, поздравляю всех с 1 апреля, с Днем Дурака, с Днем Смеха. По-разному этот день называют. И по этому поводу я хочу вас предупредить, что данное видео не розыгрыш, не обман. Это чистой воды правда. И это довольно символично, что День Дурака становится в моей жизни отправной точкой для следующего так называемого, как это сейчас модно говорить, челленджа. Хотя мне эти англоязычные инородные слова не нравятся, будем использовать слово «испытание», которое поможет изменить жизнь, перестроить мозги таким образом, чтобы жизнь стала лучше и качество жизни увеличилось. К данному испытанию, челленджу, я советую присоединиться и вам. В чем суть, уважаемые товарищи геймеры, заключается? Я на целый месяц отказываюсь от интернета. По крайней мере, на компьютере точно я его продлевать не буду. Уже сразу же мы видим плюс. Я сэкономлю в этом месяце 500 рублей. И, соответственно, благодаря тому, что интернета на компьютере не будет, смысла пользоваться компьютером я не вижу. Поэтому второе вытекает, что я не буду пользоваться полностью компьютером. И третье, я отказываюсь абсолютно от всех на этот месяц социальных сетей. В том числе, друзья мои, YouTube относится тоже к социальной сети, это видеохостинг, видеосоцсеть. Поэтому месяц мы с вами терпим, и весь апрель видео на моем канале больше не будет. Но зато как только наступает май, друзья, вы сами знаете, что там уже выйдет компедиум в Доте, а Израиль Гейминг — это самый лучший обзорщик компедиумов. По предыдущему году мы знаем, потому что видео с обзором компедиума набирало, каждое видео набирало бешеную популярность, там куча просмотров, лайков было, куча фидбэка. Короче, ждем, друзья, выхода компедиума и продления интернета уже на май месяц. И все будет четко. Значит, интернета на компьютере у меня не будет весь этот месяц. Соответственно, играть я не смогу. И поэтому огромное количество высвободится времени. А поскольку я все-таки хочу, чтобы это испытание изменило качество моей жизни в лучшую сторону, и, соответственно, вашей, потому что вам я тоже, еще раз повторяю, рекомендую этим делом тоже заняться. На что же потратить это время, чтобы оно не ушло впустую и только на пользу пошло? Первое, ну это логично, это любому нормальному человеку придет на ум. Есть много времени, нечего делать, читай. Пофиг, что ты не любишь чтение, это уже никого не касается. Пути назад нет, ты не сможешь зайти в дотку вместо чтения. Ты обязан не бить баклуши, взяться за себя уже наконец, взять себя в руки и начать читать. То есть нет, ну меня конечно это не касается, и так почти каждый день читаю. Но с уходом от компьютера на целый месяц я читать уже буду точно каждый день. Естественно, вам я советую выбрать для себя список литературы, который поспособствует изменению вашего сознания в лучшую сторону, чтобы вы потом уже начали после прочтения той или иной книги мотивироваться и действовать. Выберите для себя определенный список по рецензиям книг, которые, по вашему мнению, вас должны будут замотивировать, и весь этот месяц, соответственно, я буду их читать, эти книги для себя я уже выбрал, и вы тоже читайте, читайте и еще раз читайте. Все у вас будет на высшем уровне. Второе, на что я буду тратить время, друзья. Заработок, но уже не в интернете, не на играх, не в Стиме. 3 недели я поработал в Яндекс.Еде, я понимаю, что на этом деле в принципе можно зарабатывать, ибо получают они примерно так же, сколько, скажем так, среднестатистически получает работник общепита. Поэтому я эту тему буду продвигать, то есть месяц по свободному графику, когда я захочу, в удобном для себя месте, но только уже на этот раз я буду не в Яндекс.Еде работать, а в Деливери. То есть, соответственно, свободное время будет тратиться в том числе и на получение прибыли, то есть заработка денег. Так-с, ну и третье, что мы будем прокачивать в этом месяце, свободным от компьютера, интернета и социальных сетей, это, естественно, прокачка в творческой сфере. Если вы не творческий человек, то я вам советую
прокачиваться в той сфере, которая вас интересует и на которой вы хотите в дальнейшем зарабатывать. То есть вы должны развивать какие-либо навыки, которые будут помогать вам в дальнейшем зарабатывать на вашем любимом деле. В моем случае это графика, дизайн, а также рисование. В вашем случае это уже сами выбирайте, что делать. Безумно сложно отказаться от компа и от социальных сетей на месяц. Но мы люди сильные, и мы нафиг сможем, друзья. Я в вас верю, по крайней мере, я точно в этом уверен. Естественно, я потом сделаю отчет по поводу того, вышло ли у меня все это дело, или я сорвался и снова подрубил инет на компе. Разумеется, друзья, на комментарии я смогу на ваши ответить только через месяц, но это не освобождает вас от того, чтобы вы эти комментарии под видосом оставляли. Комментируйте, лайкайте, подписывайтесь. Обзор компедиума в мае нас ждет. И меня ждет непростой месяц, да. Зато, я верю, я надеюсь, я люблю, как говорится, что этот месяц кардинально изменит мою жизнь в лучшую сторону. Все, давай, пока.